Раз, два, три. Пишем, товарищи. Телеканал 24 ДОК представляет. Сейчас очень хорошее время для неигрового кино. А мне кажется, нет. Рок-н-ролл, гастроли и так далее. Нет крутого документального кино. Намного сильнее, чем художественное. Вы серьезно так думаете? А если нет кино, то нет документального кино. Скажите, вы сейчас влюблены? Всегда. Где наш, кстати, ваш муж? Documentary Party. Скоро на 24 ДОК.